Вот когда идет подготовка, а потом уж когда командир приказал залп, ну тогда у всех, значит, глаза немножечко кругло-квадратные, да? Ну а дальше ждешь результата. Если готовность, ракета пошла, вышла, залп, запуск, выход на первую ступень, на вторую ступень, да? Если все хорошо ушло, по секундам, да? Ну, значит, все, слава Богу. Атомная подводная лодка. На борту ракеты. В голове хорошее оружие, да? Понятие «страх», оно присуще всем. Слышит лишь теплый.